Ребята, привет! Сегодня расскажу про два проекта, которых можно зарабатывать на данный момент абсолютно без каких-то вложений. Один проект уже прислали, даже подписчик прислал подтверждение вывода, вывел вот он, первые свои 5 USDT. И все это, как мы любим, это игры, соцсети, веб-3.0. Web, Web в общем, давайте, ребята, поехали. Смотрите, первая игрушка, про которую я рассказывал совсем недавно в своем телеграм-канале, это игра Пиратос. Здесь... На данный момент. Ну, это такой, опять же, опять же, наше любимое слово: убийца Pokemon GO. Ну, не знаю, кому нравится, пусть это используют. Для меня это довольно-таки интересная игрушка. Это такой э, смесь Pokemon Go. Даже я не знаю, можно, можно сказать, даже это смесь, э, наверное, Степен каких-то наших любимых play to -earn игр. Здесь можно ходить, собирать сундуки. Здесь можно, опять же, здоровье себе прокачать, плюс еще и заработать денег. Смотрите, здесь вы находите, ходите по карте, собираете сундуки и дальше можно уже сражаться с теми же там боссами, которые сохраняют, За... сохраня... защищают эти сундуки. И вы зарабатываете тут, можно даже, смотри, дружище, если ты первый раз про эту игру слышишь, здесь может выпасть сундук, котором будет полмиллиона долларов, полмиллиона USDT, может, может выпасть. Информации полной еще пока нету, но будем uh, ждать и uh, уже совсем скоро будет информация, игрушка пока еще не вышла, пока еще можно, кстати, смотрите, плюсы и минусы, игрушки пол полноценной сейчас нету, есть даже там, по-моему, какая-то бета-версия, сегодня буду рассказывать, как именно зарабатывать на данный момент, и uh... Смотрите, вроде бы как минус, да, а с другой стороны плюс в том, что сейчас, когда вы открываете эти сундуки, вам выпадают nft которые, как я понял, дальше они уже не будут не продаваться, не ни выпадать нигде. И они будут очень, дор... ну, очень, естественно, стоимость будет высокая данных NFT. Мне уже выпала курточка Uncommon, вот она, я показывал на своем канале Ширт, шорт. и шорт опять же мой английский язык прошу прощения да? никогда не был моим родным но курточка тем не менее выпала даже без английского языка смотрите можно собирать эти вещи можно потом будет их сдавать в аренду чем круче будет ваш персонаж тем ну можно конечно продать но чем круче вы оденете своего персонажа есть scholarship, так называемая ну по, по нашему аренда опять же по русски на аренда это называется можно будет сдавать и люди даже если вы не любитель ходить, а любите на диване там что-нибудь чилить, там сериальчики смотреть или там в игрушки играть. Вы можете сдавать в аренду, и люди будут ходить и зарабатывать вам деньги. Естественно, вы будете с ними делиться. Но самое интересное, опять же, напоминаю, что сейчас вы можете именно набрать эти NFT-шки и потом или продавать, или сдавать в аренду своего очень ценного персонажа. Дальше сегодня я смотрите про. Способы заработка в предыдущем э, своем видео я ссылку э, сделал. Сделаю, точнее, вы перейдете, чтобы сейчас не останавливаться на том, как открывать, там, как эти монеты э, зарабатывать. Там, в принципе, раз, по-моему, 8 часов вы заходите, забираете монеты. Э, много вопросов задали, как можно заработать здесь вот призовой пул. 3000 э, долларов USDT сейчас про, проходит акция, и как его забрать. Тут по, в зависимости от места вы можете забрать эти USDT шки и плюс еще заработать наработать точнее баллы и монетках я так понимаю плюс будут там и нефтишки какие-то выдаваться то есть вы переходите на данный момент это в Зиле. нажимаем на ссылку переходим смотрите попадаете вы на такую страницу и здесь стандартно делайте ну, простейшие задания например просто клеймите дневные свои спишки и ну, нажимаете здесь заклеймить переходите я думаю не буду здесь рассказывать останавливаться затягивать это все раз в неделю раз в день вы это делаете дальше там пригласить друзей стандартно зарегистрироваться ну вы точнее уже зарегистрированы кто не зарегистрировал все ссылки будут и на зиле этот и на сайта внизу под видео переходите здесь коннектите тоже получаете вот 300 xp там 100 xp и нажимаете Unlock. В принципе, я ну, показывать не буду, потому что здесь все просто. Чем больше вы этих заданий делаете, опять же, follow out Twitter, регистрируйтесь на их Twitter, подписывайтесь. Смотрите, сразу предупреждаю, если вы за день э, делаете много очень лайков и ретвитов, не советую очень много делать, смогут просто блокнуть ваш э, Twitter. Поэтому делайте там несколько, там, ну, может, два-три там максимум. Не надо делать на... За один день, за один раз, э, потому что вы сами знаете, даже если... Тут бесконечное задание. Дальше, смотрите, буду рассказывать теперь про э, второй, э, второй проект, который, про который я тоже рассказывал в своем телеграм-канале. Это Republic называется. Это такая Web3.0 сеть. Э, вот смотрите. Ну, это все... То есть, вы сами понимаете, на что это похоже. На TikTok. Здесь что можно сделать? Здесь, смотрите, многие думают, что вот только с рефералами можно зарабатывать. Я там заработал уже на данный момент э, где-то вот, смотрите, 4000 этих токенов, ну не токенов, это XP, опять же, они меняться скоро, уже в следующем месяце, кстати, их уже будут менять, я об этом рассказывал в своем телеграм-канале, и можно будет уже, по-моему, через месяц на бирже выводить, поэтому я и обратил внимание на данный проект. Что здесь можно делать? Смотрите, можете лайкать, можете подписываться, кстати, сейчас расскажу такой... Э, секрет, смотрите, тех, у кого много, например, лайков и э, подписчиков, точнее, вы берете, подписывайтесь на них, и они в ответ подписываются на нас, на вас, опять же. Если там очень такие активные ребята, вот смотрите, я подписался на, 30, на 37 человек, на меня подписалось 712. Естественно, у меня нету там ну, как бы подписчиков таких, которые заходили с канала и 712 вряд ли бы подписалось. Но это даже самое, не самое интересное. Смотрите, смотрите, такая история, мини-история успеха подписчик фильм показал, что он, смотрите, вообще без каких-то там рефералов, без чего-то, он на данный момент у него, смотрите, 10 тысяч подписчиков, фолловеров. Он подписался на 13 тысяч, 10 тысяч на него подписались. Естественно, пролайкали и подписки все эти считаются. Он, смотрите, заработал 12 800, у меня вы видели заработано Uh, там 4000 то есть он меня просто на голову три раза сделал больше просто человек за взял активность увидел в этом проекте ну интерес увидел свой. И, естественно, все это сделал, заработал Даймонд. <laughs> У него сейчас статус и вообще он под, под подтверждение, что это вообще без реферала. Он просто сидел и делал это. Все ссылки на данные проекты будут внизу под видео. Естественно, конкурс, ребята, по вы для того, чтобы участвовать в конкурсе, вы просто ставите лайк, пишите любой комментарий по данной теме. Видео и будем участвовать. Опять же, давайте уже прокачаем активность, 50 лайков, 50 комментариев, будем разыгрывать крипту, нефтишки будут. Я чувствую, эта осень будет очень жаркой, поэтому будьте активны, подписывайтесь опять же на мой телеграм канал, YouTube канал, телеграм канале здесь очень много проектов, о которых я не успеваю просто на видео, естественно, видео записывать. Поэтому на этом все, друзья, до новых встреч.